полицию поступило сообщение о том, что в Хостинском районе автомобиль Audi двигался по обочине на большой скорости, создавая помехи для попутных автомобилей и тем самым угрожая безопасности. При помощи системы «Горизонт» полиция установила маршрут движения автомобиля, машину задержали. На водителя составили 2 административных материала за управление без ремня безопасности и движение по обочине. В ходе проверки оказалось, что водитель, ко всему прочему, не платит алименты. Задолжал более 200 тысяч рублей. Автомобиль мужчины арестовали для погашения задолженности. В случае управления транспортным средством лицом, в отношении которого судебным приставом вынесено постановление о временном ограничении на пользование правом управления транспортным средством, ответственность предусмотрена статьей 17.17 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов или лишение права управления на срок до 1 года.